Инвестирование в цифровые валюты. Хелроб Санкану, футболист West Bromwich Albion Великобритании, решил инвестировать в запуск криптовалюты. 28-летний футболист будет инвестировать в российский стартап, базирующийся в Москве. Недавно он встретился с представителями стартапа в Лондоне. Они обсудили темы инвестиций, отмечает Узмакоин. Он также признал, что уже несколько лет инвестирует в криптовалюты. Отметим, что помимо Хелла в криптовалюту уже инвестировали такие знаменитости, как Пэрис Хилтон, Флойд Мейвезер и Луис Суарес.